Мурманской области 85 лет, 28 мая 1938 года. Мурманский округ Ленинградской области стал самостоятельным регионом. Здесь добывают полезные ископаемые, ловят рыбу. Здесь живут самые добрые люди и празднуют самые яркие праздники. Несмотря на истинно северную погоду и сильный ветер, людей в центре Мурманска собралось немало. Музыка, веселье, любителям творчества мастер-классы, поморская козуля и саамские украшения. Одна из самых ярких локаций праздника – саамская. Конечно, Мурманская область немыслима без своих коренных жителей. Здесь можно даже собственными руками поймать оленя. Вот я сейчас прямо и попробую. Семен Большунов мне помог заарканить оленя, даже если он деревянный, совсем нелегко, зато весело. Да. Ура, бинго! В общем, поймала я оленя, стреножила. Да. А рядом олени настоящие, можно их покормить, сфотографироваться в кереже, летних санях. К празднику готовились все саамские общины. Мастера привезли лучшие свои творения. Для меня лично, это очень яркие эмоции, позитивные эмоции. Пользуясь случаем, хочу поздравить жителей Мурманской области с этим прекрасным праздником, с юбилеем, пожелать всего хорошего. Особенной частью программы стал телемост Мурманск-Махачкала. Несколько часов в режиме реального времени жители северного и южного регионов обменивались поздравлениями. Кавказские горы, северные моря, то есть и это, конечно, подчеркивает мощь нашего региона, мощь мероприятия, и празднуя юбилей, мы сейчас, получается, объединили таким телемостом просто всю культуру нашей национальной страны. Те, кто успел чуть замерзнуть и проголодаться, отправились на фестиваль «Вкус Арктики». Здесь еда со вкусом севера, музыка, отличное настроение. В шатре туристско-информационного центра можно принять лотерею. Вот сейчас мы поучаствуем, может быть, что-нибудь выиграем. Ой. Ага, да, вот какая красота. Что же нам попалось? Вам попалось полярный кофе, напиток на выбор и порция мороженого. Ура, вот сейчас пойдем и попробуем. У ярких фудтраков можно и ухи отведать, и блинов, бургеры с олениной, вафли с самыми северными начинками. Булен Тазон в России недавно, работает в Белокаменке. Говорит, рад побывать на севере. Красиво, вообще вкусно. Проводники из Москвы зашли на праздник. Говорят, атмосфера радует. Мурманск – красивый город. Пробовал кофе с мороженым, довольно-таки тоже очень вкусное, очень питательное. Я сам вообще с Мурманска, то есть просто в раннем детстве я уехал отсюда. А что вы тут пробуете такое вкусное? Ну-ка, рассказывайте. Это 3 сырных шарика, внутри одного креветка, у другого гребешок, у третьего мидия, да, я сказала. Вот, очень вкусно. Отдохнуть можно и в зале уличного кинотеатра, увидеть фильмы, снятые в Мурманске. А еще насладиться музыкой. Попурри из песен военных лет в исполнении педагога и композитора Натальи Капитановой. Вот и мы добрались до палатки, где нас ждет приз, кофе с морожкой и мороженое с северными ягодами. Макс, смотри, вкусняшки наши готовы, камеру выключай. Перерыв. А уже вечером на центральную сцену на площади 5 углов вышли знаменитые артисты. Любимая многими группа Любэ исполнила для северян свои хиты. Как на войне, патроны, водка, махорка в цене. Енина Морозова, Максим Чинкин, ТВ 21+.